Греко-римская борьба – один из ведущих видов спорта для Новоалтайска. На сегодняшний день здесь больше сотни мастеров спорта и кандидатов. Именно поэтому спортивному клубу имени заслуженных тренеров братьев Казаковых из Новоалтайска, которые воспитали не одно поколение мастеровитых борцов, присвоили звание «специализированный зал». Простыми словами, теперь он полностью прочувствуется духом греко-римской борьбы. Наши ученики продолжают наш как говорится, задел, который мы все-таки можем, у нас удостоили чести, назвали зал в честь братьев Казаковых. То есть мы оставили свой след все-таки в этом городе большой очень. Братья Казаковы в 70-м году перешли на тренерскую деятельность. С того времени их спортсмены часто фигурировали на российских и международных стартах. Тем самым даже такие легенды спорта, как трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, прекрасно знал, что на Алтае есть кузница чемпионов. Мы надеемся, что скоро соберемся для того, чтобы чествовать чемпиона мира Олимпийских игр, потому что мы вернемся в мировой уровень состязательности. Наступит время, и мы должны быть к этому готовы. А пока всем привычная мировая арена для наших борцов под запретом, у нас есть хорошая возможность найти потенциальных чемпионов, чтобы они в будущем вписали свои фамилии как чемпионы мира и Олимпийских игр. Дмитрий Дроздов, Михаил Филиппов. День с толком.